русский язык есть. Это не может не радовать. Пойдет. Средний графен, вертикалка, все дела. Допустим. Окей. Ну что, посмотрим, что это такое. Что за катаклизмо такое? Пока вообще даже, типа, идей нет, что это такое, в принципе, может быть. Только одно, типа, создатели Мунлайтера и все. Котоклизм и симулятор ветеринарки. Надеюсь, нет. So, you've come to talk of Lady Iris. It's true, she has shared my fire from time to time. Sit down, rest. I still remember that day, outside Ogar. The day I met her, the Lady Iris herself. Сяк. These blasted woods are so gloomy. Why did I volunteer for this? Окей. Допустим. А. Ничего так отдалить можно. Хорошо. I better keep moving if I'm to deliver this message. С помощью ЛКМ выберите бойца, который нужно переместить, затем по КМ отправьте в нужное место. Попробуйте к знамени. Ага. Нифига себе, это какая-то ТРТС-ка уже. Perhaps this way. Okay. Doing it. On it. Если вы что-то забыли, мне нужно... Окей. Right away. Doing it. Такого я немного не ожидал, ну ладно. The mist. It could almost be beautiful. We're lucky to have masks. Clouds be damned. A horror. This creature, it might have once been... No, don't think about it. It's just vermin now. Kill or be killed. Нёп. Ага. Ага. Softly. Let me think about this. Так, продолжение, пауза. Окей. Плюс перемотка времени. On it. Right away. On it. Ага. Ну, не самый быстрый стрелок на Диком Западе, конечно. Ага. Doing it. Okay. A camp. So this must be... Lady Iris, I bring word from Ogar. The city is... Do I look like a scholar, Herald? The lady's gone on alone. Easy for her, but...
I'd best go with you to deliver your message. Hmm. What? Okay. On it. Uh-huh. Интересно, что лучник вперед идет. Ну да ладно. Все бойцы-люди сражаются на дистанции. А, окей. У каждого типа бойцов свои сильные и слабые стороны, а также своя задача. Метатели сопротивляются физуроду, но слабо атакуют. Лучники очень уязвимы, но атакуют издалека. Окей. Mm-hmm. Почему он автоматом лучника выводит сверху? Только вот это вообще непонятно. Бойцы на нужной высоте. Разные бойцы лучше сражаются на разных высотах. Бойцы с бонусом в низине хорошо противостоят врагам, находящимся на той же высоте. Бойцы с бонусом на возвышенности. Эффективная атака нужно стоять выше противника. На своей высоте каждый боец получает бонус к атаке. Например, боец с бонусом на возвышенности должен находиться на 5-10 метров выше цели. Нифига. Where to? What? Yeah. Yeah. Huh? Right away. Let's carry on. Странная хрень, конечно, пока, ну ладно. Пока все еще ни хрена непонятно, про что игра. Ага. See that ancient beacon? Only one person can light him. The lady passed through here. We need to cross. Let's check that salvage pile for something we can use. Doing it. Okay. Находки ящики с блоками. On it. Для выживания в забытых землях придется много строить. Окей. Uh-huh. Right away. Ладненько. Допустим. Размещай блоки, удерживайте shift и колесо. Быстро переключить между. Можете вернуть размещение кнопку утилизации, затем молкаем. Okay. Let's get on with it. А. То есть подняться на такой блок одни не могут, в принципе, вообще. Понятно? Окей. Okay. На скалы одни поднимаются нормально, но для блоков им обязательно нужна лесенка. On it. Фиг знает, очень странно выглядит. Да, Роданте, да. Блок можно разместить только на достаточной опоре снизу. Если опорные блоки разрушены или удалены, постройка может рухнуть. Сочетайте деревянные и каменные блоки, чтобы строить эффективнее. Строить можно из каменных или деревянных блоков. Деревянные блоки это быстро, дешево и просто, но ненадежно. Они подойдут, когда нужно быстро добраться в удаленное место. Каменные блоки намного прочнее, отлично подходят для оборонительных сооружений, но из-за тяжести им нужна дополнительная опора. Ага. Right away. Ага. Им даже такая мелкая ступенька, по идее, обязательно нужна, да? Doing it.
там демка Ривен есть, не знаю, тут она... Есть демка Ривен, но я не буду ее стримить. После последней игры от этих... Я не помню, как их студия даже называется. Никакого доверия им нету. Ну их нахер вообще. Makes sense. Good. A solid plan. Немного странная игра на прохождение будет. Интересно, кстати, режим утилизации. Ага. Все с собой можно забирать, в принципе, после. Перебрался, забрал, повторил. Doing it. Okay. Теперь надо вот на эту жопу забраться, да? Не хватает опоры. Здесь опора нужна будет, да? Ну, в принципе, все? Да, окей. Это даже не головоломка, это просто, ну, типа, странно пока выглядит. Окей. Леди Идис, I bring an urgent request. Ogar expects an attack. The gates are... She listened to my message, or pretended to listen. It didn't matter. She knew what to do. If Ogar calls, we go. Странная хрень. Ладно. А статую трону тебя нахрена. But if I'm to tell you this story, it must be told from the beginning. This was our world. Then the Perlas appeared. Everything changed. They revealed a great secret to humanity, a great power, the Pallido. We built ourselves a sublime domain. The Perlas glowed for us. Yet as time passed, we realized everything has a price. You all know what happened next, the Cataclysmo. Lisbon. The land was drowned in mist, and from this mist, on pale legs, emerged fresh horror. The survivors ran. They sought a new home, scrambling to higher ground to save themselves. That is how Ciudad Hogar was founded. The city where we have been surviving for generations. Я понимаю, Дан, то, что Abduction от них была, но я тебе говорю, после последней игрушки за невменяемые деньги и абсолютно, ну просто отвратительный, ну, да ну нахрен. Тем более, что Riven — это же не новая игра, это именно ремейк их старой игры. Тем более, нахрена. We made good time. The Solar Gate stands as firm as ever. But if the reports are true, the gate will be under attack soon.
Окей, рождённая с жемчужиной в груди, одна из немногих способна применять искусство. Это последняя надежда человечества. Окей. Our scouts say the swarm is arriving from the south. Ривен, это Мист 2. Ну, типа, у тебя же Ривен, это игрушка какого-то там бородатого года, которую они сейчас переделывают, правильно? То бишь, новых идей у них нету. Когда были новые идеи, родилась вот эта прошлая. Я даже не помню. Я забыл, как ее называли, и слава богу. А они решают на ремейках сейчас заработать. Нахера? Человеческие поселения привлекают кошмаров, подвергаются частым атакам. Кошмары нападают толпами, каждую ночь на порознь могут приходить и днем. Защитники поколениями учились предсказывать направление и силу подступающего роя. Наведите указатель на красный значок, чтобы рассмотреть, типа, такой еще размер роя. Окей. Yeah. Right away. Post me high. The night is nearly here. Прикольно, я даже не вижу, как они поднимаются, почему они поднимаются. Eyes open. Prepare to fight. Here they come. Нет, бонус, который знаешь, а там искусство. Окей. Ну, по крайней мере, они их ваншотают. Ну, да, чё-то их дохрена тут. У нас еще и приоритеты есть. О. Понятно, они лесенки грызут. Это, короче, уже семёра какая-то получается. Сам дай сюда. Только вместо кровавой лудной у нас просто лудная есть. Фиг пойми, игра Tower Defense строительство. Да непонятно вообще про что. Фирмонмент она называлась. И зачем ты это напомнил, фу нахрен. Леди Ирис, no doubt the true swarm will arrive tonight. But with the small force we have. Then we build, Herald. Another defensive layer out there. More walls? It's true, we have plenty of stone, but... Окей, чем выше каменная стена, тем она прочнее. И чем дольше она выстоит во время атаки, именно благодаря своей прочности, камень лучше подходит для оборонительных сооружений. При повышении прочности каменной постройки ее внешний вид немного меняется. Прочность можно повысить до 3 раз. Высокие стены, прочные стены. Let's make sure these new walls stand firm. Ты мне предлагаешь стену строить здесь нахрен, что ли? Чтобы мои лучники точно туда не достали? Окей. Видимо, так они прочность меняют. Забавно, что ему опоры не хватает. О. Супер прочная стена 10 000.
Я вот не знаю, надо ли при этом башню защищать. Или просто входа достаточно будет. О. Приходи, кто хочет, бери, что хочешь, да. Интересно, если поставить сюда гренадеров вот этих вот, будут ли они через вот эти дырки стрелять в итоге или нет? Не мигай тут на меня. Not enough stone. Not enough stone. Not enough stone. Ну, тип стена. Тип крепкая. Not enough stone. Окей. Лестница, нахера нам лестница? Окей. Дальше что? А. Фак. Мне в натуре все в области в той размещать надо. Окей. То есть я размещать сейчас буду это дело там, куда лучники не достают в принципе, да? Ладно. Действительно, нахера нам. Ладно, давай пока логику этой херни оставим на потом. Давай пока просто посмотрим, на кой хрен это все делается. А. Окей, тут зажать можно, да. We could use some sort of passage through our new structure. It's a strong wall, Lady Scholar. But... next to the solar gate, it's... never mind. Тактический объект — это особые блоки, дающие преимущество бойцам и укреплениям поблизости. У каждого из них свой эффект. Правильное сочетание разных тактических объектов поможет вам победить кошмаров. Тщательно продумайте размещение. Ладно, да. По мере прохождения игры будут открываться новые тактические объекты. Готовьтесь к обороне, хорошенько подумайте, где они понадобятся больше всего. The Solar Gate has Merlons atop the wall. Каменное укрытие, за которым любой боец атакует дальше. Окей. Отличная дверь, я считаю. Это типа уже дни считалось. Мне надо сюда им сделать проход. Для начала мне надо, блин, поднять повыше эту фигню. Если уж на то пошло. Not enough stone. Похрен. Так, и теперь надо как-то сделать так, чтобы под ним мне еще наверх и забрались. Судя по всему.
Solar Gate is adorned with banners too. Мотивирует ближайших бойцов, увеличивает базовый урон атаки. A pretty wall counts for nothing if no one is manning it. Let's go. Так. It's no grand gatehouse, but I'll take it. Reinforcements have arrived. Так, подожди, я еще лестницу не сделал. Sundown is coming. We need them on this wall now. Да-да-да, подожди. Группировка бойцов. Вы можете группировать бойцов в отряд для быстрого выбора. С появлением кошмара вам сказать подходящее. Ctrl 1, Ctrl 2, ну типа бойцы, да. Урок кошмаров атакует, когда заполняется красная шкала вокруг компаса, а красные значки показывают, с какой стороны они двигаются. Наведите указатель мыши, чтобы бла-бла-бла. Сотни. Найс. Так, как бы мне вас разместить наверху-то, ёпта? Наконец Киви открыли? Да ладно. Прикольно. Здорово, Снарк. Если Киви обратно открыли, это хорошая новость. Ой. Оу, тут дырка. Оу. Давай мы эту дырку закроем, мы это пока поставим тогда сюда. Так, как мне нахрен наверх их подвести? Вот в чем вопрос. Можно попробовать откуда-нибудь отсюда. Дальше мне хватает опоры. Так, ну-ка, так. И снова не хватает опоры, блин. Окей. Окей, допустим. Я надеюсь, что здесь расстояние им хватит для того, чтобы расстановиться. Расставиться. Yes? Mm-hmm. The back four, Ogar. Good. Masks. Не понял. That's right. Я думал, они должны были сюда встать. А они даже не думают сюда вставать. Каменное укрытие, за которым... Погоди, ты что, впереди должен быть, что ли? Так. Так. Не. Хотя, может быть, на нем тоже встанет. Мне не хватает опоры. Так. Как-то немножко мехово на самом деле, но да ладно, хрен с тобой.
Так. Окей. Так, и каким макаром мне здесь баннер присобачить еще? Не хватает, блин, опоры. Жалко, не научились одни опору размещать с боков. А. Ну я могу типа вот так вот на самом деле сделать, окей. Huh? Doing it. Where to? I've got this. Yes? I'm on it. Yeah? On it. Окей. Not enough resources. Post me high. Mm-hmm. Right away. Huh? I'm on it. Hmm? I've got this. Where to? Hmm. Допустим. Для еще одной каменной у меня, скорее всего, опор не хватит, правильно? Потому что каменная на эту не встанет, да? Да. Окей. Не открыли, а деньги возвращать начали. Можно заявление отправить в своего ока. А, окей. Бывает. Но если я, в принципе, удалю отсюда... Хрен его знает, пройдут они или нет при этом, конечно. Чисто для того, чтобы поставить еще один баф. Not enough stone. Вот чётенько хватило. Uh-huh. Right. И все-таки за такими стенками, мне кажется, было бы получше, чем вот за такими стенками. Ну да ладно. Слишком высокая. Укрепим стену так. Окей. Шестьдесят. Заметная разница на самом деле. А эти шняги ауешки вполне себе бьют. Хорошо, что собственные стены хотя бы не взрывают, а на том спасибо. Окей. It's over. But it is strange. Our forest garrison should have felt the swarm.
You think something happened to them? All I know is that the horrors have not been this close to the city in a long time. Окей. Как игрушка называется? Катаклизма. ТДшка, это ты начало не видел, это не ТД. That night, Iris defended the city gates from the horrors of the mist. With her peers in the order, our sworn defenders. Yet, this was not the first time Ogar stood against its enemies. 30 years before that night, while the Order was once again fighting for their families, for all of us, a quiet sound began that would change our history. And when the Perla scholars opened their door, there she was. Between her tiny arms, a perla embedded in her chest. You already know, a perla is not a trivial thing. You could die just by touching one. And yet here was an infant with one of these things inside her. She'll die without us. She's a horror in disguise, I tell you. A horror. One looked on in silence, and when she stepped forward, all arguments ceased. She carries a perlite, yes, but also a book. Rectora Elena. She always seemed to understand things. Others could not. Do we not value knowledge? The child is a beacon. Bring her in. Call her Iris. So, the scholars of the Ivory adopted the girl as their own child. And she grew like any other. Slowly, but steadily, always carrying her book, filled with stories from the past. But Iris was not any other child. As soon as the scholars allowed it, she became a chief defender of the city. And what does a good defender do when an attacker becomes too bold? She plays it smart. She goes in search of answers among the trees, beyond the walls. If we had known what she would come to face, Ciudad Ogar would have shut all doors and windows, and for the first time in centuries, prayed. Flashbang. Mm-hmm. Значит, нас ждут ночные защитники, видимо. Ночная ТДшка и дневные вылазки. Командный стол позволяет Арис определить следующую цель. Фигурками из замков обозначены доступные задания. Выберите, к какому перейти. Лесной гарнизон, обучение на горе, Алис. Обучение экономика поселения. То есть, это еще и градострой. Это не про. То есть, тебе надо сначала построить башню, которую ты будешь в итоге защищать. Экономика, говоришь, еще до кучи, да? It's in tatters. I never thought this place would fall. What falls can rise, Harold. We need to get this settlement working again. Крепость сердца вашего поселения, ее нельзя терять. В ней хранятся природные ресы, такие как древесина для строительства укреплений. Для роста поселений нужны другие здания. Вы не сможете построить здание вроде лесопилки на территории крепости. А вот блоки, например, каменные, можно размещать за ее пределами. Ё-моё. Constructing this will take a moment. We should build some steps to the sawmill while it is underway.
Проходимые дороги. Здания должны связаны проходимой дорогой с вашей крепостью. Дорога перекрытая, здание перестанет работать. Окей. И, судя по всему, они у меня здесь бесконечны сейчас. Прикольненько, прикольненько. Окей. А что тебе не нравится? Не понял. Post me high, on my way. Все нормально. Не знаю, как по мне, вполне себе проходимо. Для начала она должна построиться. Окей. Только построенная будет. О, деревянная колья, точно 7 Дейка, не говори. На деревьях появляется рабочий, который переносит деревьяшину ближе. Пока это ваша крепость, рабочий будет переносить деревьяшину быстрее, если построить дорогу покороче. We'll need somewhere for folk to live. Поселению нужны жители. Без притока жителей вы не сможете строить новое здание. Увеличьте максимальное количество жителей, строя лагучуги и дома. Здание можно сносить. Окей. Ну, честно, я не такого от игры ожидал. Строительство поселения плюс развитие плюс экономика плюс башенная защита своего поселения. Ну, хрен знает. Расход кислорода. О, мы в бескислородку нахрен играем. Ё-моё, у нас основной рез это кислород. What the fuck? Три лачуги надо было построить. Ладно. Говоришь, биллион на средних... Нет, не биллион, блин, уже. Капец, намешали, да? Пока странно. Вот эта фигня еще странная. The air here, it's stale with mist. Для выживания в тумане забытыми землями бойцам за необходим кислород. Следите за выработкой кислорода, чтобы его запас не иссяк. Небольшое количество кислорода вырабатывает крепость. Для увеличения выработки нужно создавать воздушные фильтры. Ладно. Воздушные фильтры собирают кислород, но лучше их размещать повыше, чтобы над застилающим землю туманом. Лучше всего ставить воздушные фильтры на каменных колоннах или на крышах других зданий. Воздушные фильтры собирают кислород, но их нужно... Ну да. Так, ты мне это уже только что написал. Алло, Гураш. Интересно, тебя можно просто на рандом вот так поставить? А. То бишь не... Так, подожди, ты чё, ты этот кислород должен отдавать, что ли, будешь?
То есть они этот кислород должны будут, ну, забирать, судя по всему. These few shacks are but the start. We have more work to do. But the day for us was nearly done. Uh-huh. Ambush! They were waiting for sundown! Fight for your lives! Так, ну охренеть теперь. О, сейчас дерево надефаемся. О, вообще. Кайф. Дерево, кстати говоря, крепче не становится, что очень грустно. В отличие от камушка. Так. Они, скорее всего, так забраться не смогут, да? Мне надо все-таки с той стороны. Ходить. Окей. Ну, допустим. Здесь у нас такой фигу... А, вот она у нас тут, такая фигня. Но тут, по идее, лестница есть. А, ворот нету. Деревянных ворот не завезли, кстати. Косяк. Ворота есть только каменные. Мне кажется, или нас тут должны нахер снести? Да, по-моему, нас тут нахрен снести должны. Тут надо показать, чтобы мы немножечко того самого. Не приспособлены к дефу. Найс, упала. Окей. Не люблю, когда тебя заставляют проигрывать. Не нравится мне это. Ректора Элена, я бы не сказал, что нас, кстати, экономики поселения научили. I don't know. Compromised? Would it be lost forever? That is a compelling question, little scholar. Our chroniclers say that in the Lost Reign, humans were able to fold the cloth of time itself for short periods. That way, even the most terrible mistakes could be undone. Of course, that Artio the Pallido was lost in the Cataclysmo. But with training, my little sage, I'm confident you will discover it again. Terrible mistakes undone?
Временной якорь. Воспоминания оживают. Теперь Ирис может воспользоваться... О, внезапно! This is my only choice to stop this. I need to... Да, флешбэнк. Не знаю, вроде с одной стороны это прикольно, но с другой стороны прям. I can't believe it. I'm back. A few hours before the attack, it looks like. This is too much. We fell here. I... No. I cannot let this moment pass. Another chance. Another choice. We should gather some stone before... Lady Iris, are you all right? I am fine. Stone, you say? Hmm. Okay. Немножко набрать камни. Добыча камней и минералов. Для защиты крепости нужны прочные стены из камня. Некоторые блоки и тактические объекты также потребуют минералов. Отыщите залежи камня или минералов. Eyes open. Я не знаю, почему она мне не нравится. Вроде в ней все элементы... Те, которые мне интересны. Я люблю Tower Defense, я люблю развитие поселений. Мне все это дело нравится, но... Почему-то мне не нравится эта игра. Я не знаю почему. Я не могу объяснить, что в ней не так, но в ней что-то не так.